Всем привет, с вами Пенни Прец, и мы сегодня снова открываем кейсы на кейс батле, и сегодня я снова буду открывать на живой и с него смотреть, что выпадет, ну, то есть пытаться выбить с него нож, ну, как пытаться выбить, с первого раза, максимум, наверное, раза на два бабла хватит открыть, смотря что из него выпадет. А, подожди, у меня 6 бесплатные еще кейсы, у меня же должны быть бесплатные кейсы, давай посмотрим, что с них выпадет. Так, 765, 25 рублей выпало, короче. Ну, мог бы вот Desert Eagle, например, выпасть. Да, мог же? Мог же, а чё не выпал? Вот. Решил, что 25 рублей круче. Тут скинчанский какой-то вылетит, да? А чё ты, ну, патину дал бы, Вообще нормально. Да? Так, давай, мы тебя пока оставим. Вот, блядь, я дал бы и всё, и... Я был бы в эйфории, но ты не дал, я не в эйфории. Так, мы, короче, пробуем тебя снова разок открыть. Смотрим, что с тебя выпадет. 765, 276 остается. 790... Калька. 255. Вот хуйня, короче, выпала. Так, давай продаем. Еще пробуем разок, а потом на оставшийся баланс будем смотреть, что делать, что думать, что придумать. Там будем думать. Кровавая паутина, 426, ну, чутка. А вот тут, Так, подожди, если мы вот это продадим, 466, тогда у меня хватит еще на одно открытие, да? Давай, еще на одно открытие, а там потом кумекаем, что будет. Так, где ты тут? А вот он. Сейчас за 5 рублей на 200 что-нибудь прилетит. А, с 200 мне привычно открывать, мы знаем, что с ними делать. Покойник, ну, это хуйня, да? 250, нормально. Туда мы тебя продаем и летим. Энгри Чака. Давай. Смотрим. Короче, насколько можно откроем Энгри Чака. Кислотный градиент. Так, ладно, пока мы открываем, потом будем продавать. Это херня, я точно помню. Блять, ну, Энгри Чак, не огорчай меня. Че ты мне какой-то там дальний свет суешь? Еще что-то, огорчусь же. 43. Ой-ой-ой, что ты, директива такая дешевая, что ли, стоит? Ничего себе. Вот это да, лапочки. Ну, хоть тут что-то, хоть что-то с чем-то. Так, 45 у меня есть рублей, соответственно, хватит на Энгри. На Энгри. А где ты, Энгри, вообще? Где ты? Вот, на вот этого хватит. Давай тебя откроем. Длинный, наверное, не буду ролик писать. Сейчас залетим в апгрейды и просто... По пулу отапгрейдим, что отапгрейдится, да? Посмотрим, как сегодня они себя поведут. 10% с ножом вообще не фартит, да? Не везет. Так, давай тебя, тебя. Этот нет. Давай тебя. Этот нет. Так, 440. Тут есть лапки за 400. Ну, давай еще одни лапки. Согласен забрать. Чутка не долетаем. Давай 750. 750. Давай не ануарчик, посмотрим. Я как раз там такой выставил на продажу или продал, уже не помню. Ну, давай попробуем тебя. Ну, и давай что-нибудь там за 1300. За 1300. Или можно было продать бы там что-нибудь крутануть там, да? Ну, хер тебя знает. Ну, вот такой у меня штуки, например, нету. Давай. Зашло? Не зашло. Эх, ну вот так вот. Вот так вот. Вообще, как бы, на этой неделе кейс батл меня бреет жестко. Если бы это касалось лица, я был бы просто гладко выбрит. Но лица это не касается. Ну ничего. Когда-то нужно на вас сливаться, чтобы вы потом начинали давать. У вас алгоритмы поменялись, а поэтому нужно... Просто подождать, когда ты снова начнешь выдавать. В общем, ребята, вот такой вот получился ролик. Короткий, непродолжительный. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Ну и
Ну и еще что-нибудь там пишите, кроме комментариев. Всем пока и до новых встреч.